Может быть, но маловероятно. Восточная философия, европоцентризм, критический разбор, тейков осьминога бесконечности от Васила, хайлайты нижнего интернета. Давайте посмотрим. Сейчас мы посмотрим вот этот видос, и я обновлю торрент. Шадов защищает философию Востока от европоцентризма и еврофашизма. Канал «Осьминог бесконечности». Да, смешно. Смешно, что еврофашизм, ну, понятно, юмористично здесь употреблено, да? Ну, окей. И? Это я что-то не нажал? Можно попробовать этот файл отдельно скачать, закинуть в общий файл. Как вариант, да, можно. Но давайте мы пока посмотрим Шадова. Давайте. Ох, я даже не знаю, отвечать сейчас на этот замечательный вопрос. Мне кажется, что Шадова можно ускорить. Как вы считаете? Плюс чат, чтобы я ускорил. Александра Шадова. Итак, 28 минут. Много бесконечности. Сколько там минут? Да ёпарасоте, анус. Анус, да. Прикиньте, мне хайлайтерка на полном серьезе спросила, есть ли у меня синдром Туретта. Я в ахуе. Ну, он хороший. Здравствуйте, пишет Кабир. Объясните, пожалуйста, почему многие философы не воспринимают восточную философию всерьез, считая, что там вообще никакой философии нет? Сейчас. Короче, есть такая замечательная книжка, она у меня прямо под рукой здесь находится, сейчас я ее достану. Диоген Лаэрский. Об жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Здесь в самом начале автор рассказывает о том, что еще там очень похоже было в других регионах на философию. На философию там были похожи, там у финикийцев были какие-то основания, какие-то там, не знаю, у египтян было что-то похожее на философию. Но все это не философия, пишет Диоген Лаэрский, потому что все это другие народы. Другие народы тупые, мрази, они варвары, а есть греки. Есть варвары, а есть греки, в общем. Давайте, предвкушая контраргументы Васила, я вспомню о великом философе Мохе, вроде бы финикийском, который, знаете, что говорил? О том, что мир состоит из атомов. Он был предшественником, получается, Левкипа и Демокрита. Например, это один пример из нескольких из той самой книги. Продолжаем. Это настоящая философия. Ну, на самом деле, я бы просто у Диогена Лаэртского спросил, а вот можно пример чего-то, какого-нибудь учения у египтян или у финикийцев, которое вот являлось ихним бы являлось бы греческим аналогом философии. То есть какое учение подразумевается? Тут даже дело не столько в аналогах, просто когда мы рассматриваем философию до сократиков, ну, простите, как бы, мы о ней имеем не очень какое-то, знаете, определенное представление. Да, друзья, докиньте, пожалуйста, до конца видоса, хотелось бы посмотреть, там 150 рублей нужно, с удовольствием бы досмотрел до конца. Так вот, мы о том же Мохе каком-нибудь имеем приблизительно такие же представления о его учении, как и об учении Фалеса. Просто про Фалеса мы из разных источников знаем много примечательных анекдотов. Греки любили анекдоты, рассказывали анекдоты о том, как Фалес шагал и смотрел на небо, и упал в колодец, а над ним женщина смеялась, там его порицала и так далее, много анекдотов. Вот у греков настоящая философия, то, что он там все перечислял, замечательный Диоген Лаэрский, он говорит, что все это херня полная. А философия начинается с Фалеса, потому что Фалес грек настоящий, великий, крутой. Ну, то есть почему? Потому первое объяснение, потому что был определенный такой фашизм. Ну, на самом деле, давайте, если без юмора, без иронии сейчас сказать. Без иронии, скажем. Фалес приблизительно так и пишет. Для него важен тот факт, что есть эллины, а есть варвары. Эллин, варвар. У эллинов появилась философия, у варваров философии не появилось и не могло появиться. Именно потому, что они варвары. Национализм. А в философии со времен греков есть европоцентризм, люди очень любят Европу. Это первая причина, почему? Ну, да. Отчасти это действительно. Ну, дело даже не только в самом Диогене Лаэртском. Дело во всей греческой традиции, которая носила такой вот характер. Я даже сам себя здесь подколю за то, что я все свел к одной книге, но эта книга, она просто показательна в данном случае. Действительно так, греки, они... Да. Ну, хотя, тут опять же, блять, ну...
Ну хорошо, если греки были такие европоцентристы и такие... такие... Эллины были эллиноцентристами. Значит, так не любили варваров, почему Платон тогда в нескольких местах, в нескольких своих диалогах говорит, что его мудрость ему передали египтяне, египетские жрецы? Ну, мудрость они передали, а философию нет. Философия не есть мудрость. Тут важно понимать еще небольшую разницу между мудростью и философией, например. Нужно смотреть греческий оригинал. Нужно смотреть, какое слово он использует, когда говорит об этой самой мудрости. Ведь, может быть, он говорит о мудрости, о той самой мудрости. А его философия – это вот стремление к данной мудрости. Может быть, египтяне указали ему направление, куда ему стремиться. Ведь все-таки, напоминаю, философия – это любовь к мудрости. Это не обладание мудростью, это не владение мудростью, это все еще стремление к ней, любовь. Причем именно филия – это стремление быть с кем-то рядом. Это такая любовь, которая позволяет нам быть с кем-то рядом, там, с женщиной или даже с другом. Причем не сексуальное, ну то есть филия – это стремление вот сближения такого, притяжения, так скажем. Когда Эмпедокл пишет, расписывает свои силы, ну то есть любовь и ненависть, вот любовь в случае Эмпедокла – это тоже филия. Филия. Филия – соединение, принцип объединения, а ненависть у него – это раздор, принцип разъединения. То есть сила притяжения и сила разъединения у Эмпедокла, они просто представлены в таких метафорах. Вот с филией то же самое, притяжение, желание быть вместе. Приближение к мудрости, стремление быть рядом с мудростью, вот, это не есть мудрость. И мы здесь можем, ну, удалиться в большой такой, знаете, лингвистический спор. Я сам здесь ничего не понимаю, честно скажу, но уверен, если мы будем исследовать данный вопрос, откроется множество интересных обстоятельств, которые так или иначе нас как-нибудь, в общем-то, пошатнут немножко. Почему пифагорейцы считали, что как бы, что как бы у египтян содержится вот какое-то... Ну, нам потому что сейчас насрать на пифагорейцев и египтян, и платоников в чистом виде. Нам просто на них плевать, честно говоря. Потому что сейчас разбирается такой предрассудок, ну, не предрассудок, такая позиция, согласно которой кто-то считает, что нигде, кроме Европы, и философии не было. Первый философ Фалес, больше нигде философии не было. Все. Вот такая позиция разбирается сейчас. Почему, откуда? Какое-то откровение, значит, мудрости. Почему неоплатоники дрочили на халдейские оракулы на все восточное? Почему Платин, последний великий философ античности, он... Не, ну просто никто не исключает того, что философы могут заимствовать чьи-то религиозные, мифические там идеи в рамках представителей вот, ну, той точки зрения, которую мы сейчас вот пытаемся оспорить, видимо. Ну, то есть нам не принципиально, опять же, что там считал конкретно Платин, Платон, не знаю, Пифагор. Нам важно, что считают люди, которые говорят, философии на Востоке нет, никогда не было и, может быть, никогда не будет. Хотя, наверное, уже сейчас есть, потому что европейская философия пришла туда. Ну, в общем, вот. Нам важны сейчас люди, которые генеалогически возводят философию грекам и только грекам. И вот так вот. Ну, за исключением, опять же, там есть такой, не знаю, поворот на Восток через восточных перипатетиков. Тут тоже такая оговорка, знаете, но нам важна именно вот такая вот генеалогическая последовательность. Он считал, что египетские... Не, Ежи и Марго мне вполне импонируют, вы чего, я нормально к ним отношусь. Тут Елена Павлова есть, у нее лекции такие терпимые. Можно смотреть. Иероглифы, они превосходят греческую письменность. Ну, речь о письменности, а не философии. Тем более, опять же, нам важно мнение... Этих людей мнение нам в данном случае не важно. Мы не с ним спорим. К вопросу об национализме. Ну, к вопросу о национализме, кстати, в данном случае, я не сказал, что все греки были националистами.
ну, условно говоря, националистами, потому что нации тогда тоже не было. Я показал отдельно конкретную книжку. Конкретную книжку показал. Ну, то есть, не все так однозначно. Конечно, не все, все не всегда так однозначно, чтобы можно умудриться было ответить в рамках одного, в общем-то, одного маленького хайлайта на сообщение, ну, на мой взгляд. То есть, действительно, у греков, конечно, был, была вот эта тенденция, ну, условно говоря, этно-ненационалистическая, но... Ну, конечно, не националистическая, здесь условно, неправильно употребляется. Но этноцентрическая, да, что варвары это как бы... С другой стороны, греки не считали чем-то зашкварным, зашкварным учиться. Ну, важно понимать, какие греки. Какие греки. И чему учиться. Философии, которую изобрели греки, или не философии. Ну, то есть у варваров действительно есть чему поучиться. Но разделение на греков и варваров, оно как бы актуально, и актуально у многих и мыслителей, и не только мыслителей. Стоицизм вдохновлен буддизмом, спрашивает Зак Дауман, маловероятно. Учиться у варваров, и очень часто апелляция к авторитету тех же египтян, она использовалась, или персов, да, как у Ксенофонта, например, она... Ну да, да, да. Все нормально. Она, короче, использовалась греками. Ну, опять же, к вопросу о том, почему мы усматриваем философию только у греков, Васил нам не отвечает. Васил нам отвечает скорее на вопрос, почему мы не должны усматривать наличие философии только у греков. То есть, окей. Вот. Для греческих писателей. Ну да, я согласен в целом, что все не так однозначно, и добавлять здесь можно много-много-много всего. Чтобы свой авторитет, чтобы своим словам придать авторитетности. Вот. Ну и да, ну как бы, если финикийцы, они действительно такие, как бы, умные, хорошие, и финикийцы, египтяне, то можно пример хоть одной... Ну да, ладно, окей, аргументы Александр не любит, не буду как бы просить аргумента. Какой аргумент проси? Пример какой-нибудь идеи, какой-нибудь теории. У Диогена Лаэрского перечислено несколько идей и теорий, я уже предсказал этот самый вопрос. И теория атомизма, она у финикийцев имеется. Философ Мох. Философ Мох, имеется эти идеи, в общем-то, непосредственно, да, атомизма, и она как раз перечислена среди прочих идей в книжках, в книге Диогена Лаэрского, в той самой. А в самом начале, если что, там введение есть определенное, и там уже это перечисляется, то есть там даже далеко читать не надо, друзья, заходите, смотрите, очень легко убедиться в том, что я здесь как бы не обманываю. Какой-нибудь гипотезы, который выдвинул какой-то... Атомизм. Ну, опять же, я бы мог с удовольствием сейчас еще открыть эту самую книгу и порыться в ней, найти еще больше. Ну вот, начало в Диогене Лаэртском, там несколько концептов. Какой-то... Какой-то финикиец или древний египтянин. Первая причина, почему? И вот отсюда она берет свои истоки в истории философии вообще. Вот из этой книжки. Ну, я, может быть, вот здесь, из этой книжки, берет истоки философии, вообще переборщил. Но эта книжка культовая, честно скажем. Культовая книга. Во многом культовая. Это очень старая книжка, на самом деле. Не сама книжка, а вот то, что в ней внутри находится, очень старая. Ну, вот я сослался на диалоги Платона и могу сослаться также на книги Ксенофонта, да, и на учение пифагорейцев, которые... На которые нам в контексте данной беседы, ну, более чем плевать. Еще более старая, да? Да. Где, наоборот, греки восхищались египтянами. Но не философия египтян. Опять же, к вопросу о том, откуда берутся истоки европоцентризма философии. Европоцентризм философии, видимо, есть. Раз уж такой вопрос задается, и раз уж я на него отвечаю. А...
Ну, то есть, знаете, может быть, и Диоген Лаэртский был первым, кто сформулировал эту идею. Такого, знаете, эллиноцентризма. Может быть. Я здесь да тоже спорить не буду, но то, что говорит Васил, не относится никаким образом к моему аргументу, к сожалению. Всем привет! Тогда посмотрим чуть позже, раз ваша ошибка, но мы пока обсуждаем. Следующая причина, почему данную философию, ну и восточную, не считают философией вообще. Ну, давайте опять же обратимся к греческому слову философия. Философия. Философос. Что же у нас с ним получится? Так, греческое слово определенно. Это слово имеет истоки в греческом языке. Значит, мы берем в качестве философа вот то самое явление, которое возникло в Древней Греции, и при этом развивалось в процессе, знаете, своего становления, ну, у которого было все явления в итоге. Да не, я примеры просто сейчас не приведу, потому что я их не помню. Можем просто достать книгу у Диогена Лаэртского и прочитать вступление к ней. И Васил это тоже может сделать, но у него, скорее всего, она даже может быть и есть, и достать ее очень легко. Ну, то есть здесь не имеет смысла приводить какие-то примеры. Наводку я уже дал непосредственно на сам источник, так что здесь без вопросов, как бы. Которые генеалогически восходят к этой греческой философии. Это, например, философия... Ну, это про... Да, вот это хороший заход, который очень часто юзают, что да, там у греков, потом у римлян, потом у европейцев, да. Я, кстати, не от. Ну, я спросил, меня спросили, почему? Почему европейцы, ну, в общем, считают свою логику единственной? Но я не дал контраргумент же против этой позиции. Я не дал контраргумент. А контраргумент заключается в том, что сама греческая философия. Она невероятно многообразна, она ни в коем случае не сводится к Платону и Аристотелю, она ни в коем случае, ну, не знаю, не ограничивается логикой, аргументами и доказательствами. То, что мы называем греческой философией древней, да и не только греческой древней философией, там ницшеанство, штернерианство, там вообще все что угодно. Философия просто невероятно многообразна. Как бы... Чтобы описать все это многообразие одним термином, и при этом не включать туда, там, не знаю, индусов и китайцев, хоть каких-то представителей из Индии и Китая, нам нужно достать из этой философии представителей почти всех философских школ последовательно, ну вот особенно ранних древних, там, до сократиков нахер, там, софистов к черту тоже убрать, всех очистить всю территорию, оставить только, не знаю, платоников, перипатетиков, там, не знаю, может быть, стоиков, и то надо здесь подумать очень сильно основательно, и радоваться жизни. Ну просто даже согласно греческому определению, то есть согласно греческому представлению, мы уже как бы сталкиваемся с тем, что мы, ну просто обязаны, если мы честные исследователи, описывать ряд индийских явлений или китайских практически точно так же, как и европейские, греческие, античные, эллинистические. У персов была философия, кроме зороастризма, здесь я скорее не разбираюсь, вопрос еще в том, кого считать персами. Поскольку на территории Персии после захвата Персии мусульманами, философия в определенном виде была. То есть это была философия исламская, она там присутствовала. Некоторые, в общем-то, известные мыслители базировались на персидских территориях. Сейчас я отвечу на вопрос, а можете порекомендовать сайт, где бы были книги по философии в PDF? «Храм осьминога бесконечности», статья первая. Книги по философии, которые вы хотите почитать, здесь много книг. И заходите в меню у меня находится библиотека по философии 35 гигабайт. Если вам мало PDF-файлов вот здесь, ну, вы, наверное, гений чтения, вы уже, наверное, больше меня по философии знаете, если вам этого не хватит на первые несколько, там, не знаю, лет. В общем, вот. Не философия, а в Индии не философия, в Индии дхарма. Это другое. Это другое. Да, но проблема заключается просто в том, что вот это другое, что-то очень сильно похоже на то, что было в Греции. Именно, не знаю, в такой каноничной Греции, когда речь идет о сократиках, когда речь идет о представителях альтернативных платонизму и аристотелизму школах. Ну, то есть, вот когда речь идет о таких вещах, что-то наши описательные системы перестают справляться, понимаете? В этом смысле, конечно, имеются возможности описания индийской философии как философии, и китайской мысли тоже как философии. У китайцев у них дзя. Это тоже...
Хуюдзя. Дзя — это название школы. То есть... А, окей. А, ну, бля, это типа, не знаю, это что-то изма, платонизм. То же самое сказать, в Греции был изм? Не знаю, смешно. Это тоже другое, это не, со, не, ну, не соответствует, как бы, ну, науке. Онтология, метафизика, этика, политика, не знаю, антропология. По дисциплинам все соответствует. Стремление к доказательствам только вот в том виде, что убеждение, сформировать какое-то убеждение у оппонента, имеется везде, включая Индию. В Индии также формируется определенный институт сложных споров. По определенным правилам. Правила довольно сложные, сложнее, чем в Европе. Плюс, не знаю. Михаил М. спрашивает, разве до нас дошли источники, чтобы сделать конкретные выводы о философии других стран? Они достаточны для полного понимания? Михаил М., загуглите, пожалуйста, Трипитаку, скачайте ее на английском языке и посмотрите, сколько там страниц. И у вас отпадут все вопросы о том, достаточно ли нам источников, например, по буддизму. Как бы, просто всю Трипитаку скачайте, Типитака или Трипитака, тут в зависимости от того, откуда мы берем перевод с санскрита или с пали. Она будет немножко по-разному называться, либо Трипитака, либо Типитака, то есть три корзины. Эти, в этих три корзины накидали овер дохуя текстов, очень много, Михаил. Вам на всю жизнь хватит, и мне бы хватило, я не читал их все, но мне бы хватило. Ну, например, возьмите вопросы Мелинды. Вопросы Мелинды и сравните их с диалогами Платона. Возьмите любой диалог Платона, возьмите вопросы Мелинды, сравнивайте. Добро пожаловать. Добро пожаловать, в общем-то, в философию. Ну, то есть, ну, и это только один источник по буддизму, Михаил. Просто учтите, это огромный, но один источник по буддизму. В котором есть как философские тексты, так и не философские. В котором есть притчи, в котором есть жизнеописание Будды, и в котором есть что-то похожее на философию. Но это Абхидхарма Гоша, видимо, это вот такой раздел. Вот там побольше такого философского. Продолжаем. На уровне вот... сугубо на... То есть философия — это то, что философией называлось. Да, но опять же проблема в том, что философией называлось слишком многое. Если из того, что называлось философией, мы пытаемся выделить некую суть философии, вот сущность, существенное, что есть философия, то вот это вот существенное будет соответствовать такому же существенному в Индии и Китае. Как ни странно. Такой номиналистический взгляд. Философия — это то, что философия... Как вам аргумент Марго, что философия как отдельный предмет придуман эллинами, и она развивалась независимо? Независимо от чего? От науки? Нет. От религии? Тоже нет. От мира? Тоже нет. Никаким образом не вступало взаимодействие с, не знаю, египтянами. Вступало, Васил это показал, вполне так неплохо. Может быть, я не знаю, с индусами не вступало? Ну, может быть, до определенного момента не вступало, но со времен Лейбниц, Шопенгауэра, Хайдеггера, не знаю, взаимодействие становится все больше и больше и больше. То есть непонятно. Может быть, все философы пользовались логикой, например? Ну, то есть, может быть, метод у всех философов был одинаковый? Нет, Марго не скажет так. Знаете ли, Марго сам говорит, что до последнего столетия философы, в принципе, не пользовались правильной аргументацией логической. И он будет прав. И представители индийской философии не пользовались той самой правильной аргументацией логической, которая была открыта великим Фрёге, Бёртраном Расселом и остальными потрясающими людьми, логиками. Понимаете, в чем дело? Как-то так окажется, что для того, чтобы, в общем-то, подтвердить, что философия была только в Европе, ну, надо затратить очень много ресурсов, надо очень сильно изгибаться каким-то образом. Философия называлась и называется, а ну... то, что философия не называлась и не называется... это не философия. Ну вот да, такой тейк есть, такой тейк. Ну, с ним спорить не очень сложно, на самом деле. Вот. Шадов не любит Фрёге, я не люблю логиков. Не, ну то есть Марго, вот его аргумент так или иначе родственен с тем, что мы сейчас разбирали, как ни странно. Ну, не то чтобы не странно, по очевидным причинам.
Марго вообще с античниками очень плохо знаком, у него по Платону неплохо информации, и очень хорошо по Аристотелю, он Аристотелем хорошо владеет. А вот в таком широком обозрении он немножко вот подслеповат, он там даже не замечает многие как бы школы, там, не знаю, Зенона даже не знаю, не знал долгое время. Ну, не того Зенона, который Апорий сформулировал, а Зенона Китийского, основателя школы стоицизма. Ну, прям вот как бы... Как бы, скорее всего, здесь есть некая предвзятость просто. Спасибо большое, лучик надежды. Кстати, надо включить слова. Интересно, если три питока переводится как три короба, то фразеологизм наврать три короба имеет к ней отношение? Вряд ли. В разных культурах сформированы эти понятия и отношения. Ну, смешная шутка, лучик надежды. Ну, да, три питока переводится как три корзины, три короба, три какие-то вот, в общем, ну... После смерти Будды, короче, взяли, через несколько вроде бы веков люди накидали туда кучу всего разных текстов о Будде, что они там запомнили, что там Будда вещал. И из этого получилось три громадных короба, и я вам, честно говоря, не завидую с этими коробами, коробов было много. Да, трипитака или типитака по-разному произносится в зависимости от транскрипции пали, с пали или с санскрита. Арабов, восточный перипатетизм, потому что он к аристотелизму восходит. Да. Не знаю, это, например, современная философия, она тоже восходит к тому же самому Платону, так или иначе. Еще Вайтхед, например, пишет, что вся философия вот, до самого начала времен, вот до самого момента, когда появился сам Вайтхед, это просто заметки на полях диалогов Платона. То есть у Платона уже все типа скрыто, уже как бы логически заложено, уже все у Платона, все развитие философской мысли. Мы, конечно, с этим можно поспорить. Но в этом есть своя, знаете, правда. Потому что в итоге философская мысль начала развиваться по пути Платона и Аристотеля. Ну... Все мыслители, которые были до Платона и Аристотеля, пошли нахер. Я сейчас еще в оправдание свое скажу. Предвижу, что Васил скажет. Они пошли нахер, но при этом они сами были отчасти включены в философию Платона и Аристотеля. То есть тут такое тоже. Конечно же, ввиду того, что я сделал этот хайлайт... И так слишком длинным, и мне пришлось информацию сильно укоротить и сделать ее более, так скажем, научно-популярной. Мне приходится говорить, знаете, о... Мне приходится говорить довольно-таки небрежно. Поэтому я сейчас имею определенную возможность внести дополнение к своим суждениям. Пошли нахер. Все противники Платона и Аристотеля вроде... Нет, ну... Софисты и те, кто были до них, проблема не в том, что они пошли нахер, а проблема в том, что мы о них очень мало знаем. Да, мало мы о них знаем, потому что они пошли нахер. Во многом как бы. К сожалению, ну, во многом так. Платон и Аристотель не сформулировали сейчас, они создали мощнейшие философско-образовательные такие вот структуры, академию и лицей, ликей. Благодаря Академии и Ликею, ну, в общем-то, стало понятно, какие школы будут доминировать дальше. Ну, конечно, другие мыслители, типа эпикурейцев, тоже начали создавать свои школы. Тоже по подобию Платона и Аристотеля начали копировать, Стою создали, тоже философы начали где-то кучковаться, собираться, потому что, ну, стало понятно, что, знаете, конкурировать с кучей платоников, например, ну, в одиночку практически невозможно. Потому что платоники, там, не знаю, группой будут придумывать различные аргументы в защиту Платона и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, вот такое вот. Школьное образование, оно как бы, с одной стороны, вроде бы уменьшает процент продуктивности мысли, но с другой стороны, позволяет учению набирать как можно больше защитных аргументов, как-то вот сопротивляться, бороться с противниками. Ну, то есть, понятно, что один человек проиграет тысячи человек или сотни. Артём спрашивает, на Бусти еще нету твоей книги? Я недавно рассказывал, что я вчера выложил все свои книги на Бусти. Заходите на Бусти, посмотрите, что там как. Там, в общем, все написано. Что, где, какие книжки находятся. Ну, в общем, заходите на Бусти. То есть Платон и Аристотель, они такие важные, такие значимые во многом потому, что... Чуваки, это первые два
Да, я согласен с этим аргументом Василы, я сам его воспроизвожу, но вот просто тупо потому, что их тексты материально сохранились до нас. Это первые тексты первых философов, которые полностью практически сохранились до нашего времени. Ну, то есть, ну да, да. Но это как бы во многом, наверное, свидетельствует о том, что они были, ну, настолько популярны, что их книги постоянно переписывали, и переписывали их настолько постоянно, что эти книжки дошли до нас чуть ли не в полном составе. Ну, чуть ли, потому что есть исключения. Не будем сейчас в тонкости куда-то там в дебри уходить. Философа, от которых к нам дошло да. много... Более того, мы воспринимаем по текстам Платона и Аристотеля идеи их оппонентов, софистов и досократиков. То есть мы вполне так себе прощаем Аристотелю его вольную трактовку пифагорейцев, не знаю, там, кого угодно, досократиков любых Фалеса, и то, что он в конце приписывает каждому, там, не знаю, философу, когда он его опровергает, говорит, ну все, его идеи, понятное дело, абсурд. А вот мои сейчас будут нормально, сейчас мои будут крутые идеи. То есть Аристотель так прямо и пишет, он перечисляет идею какого-то там, не знаю, мыслителя, дает какой-то довольно-таки легкий довод, а потом говорит, ну понятно, что идея этого человека абсурдна. А потом говорит, что стихии там не одна, их четыре, или пять, их пять. Охуенно как-то, охуенно. Инфы, много информации. Спасибо, Денис, за ваши комментарии сегодняшние. Если что, я ни одного, надеюсь, не пропустил, поскольку они помечены синими сердечками. Ну вот, мне очень приятно, что вы пишете. Но длинные комменты я просто не всегда зачитываю. Ну, спасибо. Сочинения сохранились хорошо. Да, да, именно потому, что они сохранились. Но это чисто, знаете, критерии к моде. То есть, им повезло в этом плане. Да. Да. Ну, не то чтобы совсем повезло. Я полагаю, у того, что им повезло, были определенные материальные основания. По крайней мере, ввиду того, что, не знаю, насколько я помню, так или иначе, Александрийская, та же известная библиотека, принадлежала пифагорейцам. Ой, не пифагорейцам, неоплатоникам. То есть, там работали неоплатоники. Там размышляли, они думали, читали тексты. Я не знаю, я мог бы задуматься о том, какие же тексты там были. Ну, наверное, там было очень много текстов Платона и Аристотеля, как минимум. Работы софистов, работы досократиков сохранились очень плохо, практически не сохранились. Да, верно, правильно. И... Но пошли-то они нахер, потому что их, да, работы как раз никто не котировал, видимо. Просто платонизм, так или иначе, протянул больше тысячи лет. Платонизм протянул больше тысячи лет. Стоицизм, конечно, тоже протянул больше тысячи лет, и ранние тексты стоицизма, к сожалению, пропали. У досократиков вообще никаких... у досократиков вообще никаких не было возможностей, наверное, сохранять свои тексты, просто вот ввиду того, что, Милетская школа, я не помню, сколько она протянула, 100 лет, может быть, 150, ничего не понятно с этой Милетской школой, понимаете, в чем дело? Перечисляю трех представителей, окей, как бы, замечательно. Элейская школа, которая представлена Гераклитом по преимуществу, срок жизни Гераклита получается. Очень странно. Понятное дело, что их тексты не могли долго существовать. Но при этом в пересказе Платона и Аристотеля, в пересказе последователей Платона и Аристотеля, мы приблизительно, возможно, представляем, о чем они рассуждали. И мы, в принципе, надеемся на то, что ни Платон, ни Аристотель нас не обманули достаточно сильно, чтобы мы совсем уж заблуждались. У нас есть, в принципе, основания этому верить, потому что Платон и Аристотель, в принципе, друг другу не противоречат в этом. Хотя, возможно, Платон научил Аристотеля, от Аристотеля пошла дальнейшая историография философская, так что здесь могут быть свои сложности тоже. Многие предрассудки, даже у Диогена Лаэртского, просто они кочуют из текстов Аристотеля.
Но мы все равно надеемся, что ни Платон, ни Аристотель нас не обманули достаточно сильно, чтобы мы прям вообще заблуждались вообще о том, что было раньше. И, судя по всему, философия раньше была, ну, довольно нестандартная. Довольно нестандартная. По сравнению с тем, что мы сейчас считаем таким классическим представлением о философии, ну, было очень странно, честно. Что уж говорить о софистах, если... Нет, тут нет зацикленной причинности XY. Я с тобой не согласен, что тут зацикленная причинность. Осталось от них много, потому что просто так, ну, так случилось. От них осталось много по разным причинам. В какой-то момент все работы Аристотеля, это известный такой факт исторический, они лежали, вот корпус работ Аристотеля лежал в доме в Риме, в Римской империи это было. В доме, в подвале, который затапливался водой. И их чудом успели оттуда спасти. В принципе, если бы этого не произошло, если бы это не случилось, то мы бы не знали об Аристотеле, ну, мы бы об Аристотеле знали примерно столько же, сколько мы знаем, ну, там, о Протагоре или об Горгии. О других там, ну, или о других учениках Платона, да, вот у Платона там был ученик. Спесип, например, самый модный. Спесип? Да. Как раз соревновался с Аристотелем за право в итоге, ну, как бы быть главой Академии. Но Спевсип, как там правильно произносится, он по сравнению с Аристотелем не был таким бойким, он был более послушным. Эх. И даже сам Платон, судя опять же по тексту Диогена Лаэрского, говорил, что Спевсип больше похож на мула, и он говорил, какого же я там осла воспитал, и какой же там против него такой строптивый жеребец Аристотель. Строптивый жеребец Аристотель, который в итоге свалил и основал свою школу, как бы. А, вот мы об Аристотеле знали столько же примерно, сколько мы знаем о Спевсипе. Ну, тут трудно говорить про Аристотеля. Аристотеля часто рецитируют. Если Васил сейчас думает, что мы бы реально столько знали, он здесь заблуждается. Заблуждается, потому что в том же тексте Диогена Лаэрского главы по Платону и Аристотелю более существенно передают их учение, чем учение Фалеса, чем учение Парменида, чем учение прочих. То есть, опять же, историографические данные об этих мыслителях уже у самих древних греков были относительно больше, чем про представителей, в общем-то, других философских школ, ну и там, не знаю, про Спесипа там тоже, в общем-то, есть. Если что, у Диогена Лаэрского того же, например. Информации там больше. Очень много про Платона. Ну, то есть, смотрите, друзья, даже если бы все тексты Платона были уничтожены, мы могли бы взять буквально одну работу. Где она у меня? Вот она. Диоген Лаэрский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. И здесь уже про Платона написано достаточно много. Достаточно много. И про платоников очень много написано. Давайте я вам даже для правды покажу. Смотрите, у нас книга 2 посвящена досократикам. Анаксимандр. Книга 1 посвящена семи мудрецам. Фалес, Хилон, Биант, Клеобул, Париандр, Анахарсис, Самисон, Эпименит и Ферикит. Но это семь мудрецов известных греческих. Последним из которых был Фалес. Последним и первым здесь же получается. Ну, то есть он такой и замыкает список, и как бы его возглавляет. Книга 2 посвящена уже людям, которые были между семи известными греческими мудрецами и Платоном. Анаксимандр, Анаксимен, Анаксагор, Сократ и так далее, до Минедема. Книга 3 полностью посвящена Платону. Полностью. Книга 4 полностью посвящена платоникам. Спевсипу, Ксенократу, Полимону, Кратету, Крантору, Аркисилаю, Бионту, Лакиду, Корниаду, Клитомаху. Книга номер 5 полностью посвящена Аристотелю. Ладно, не только Аристотелю, здесь Теофраст, есть Ликон. Ну, в принципе, на Аристотеля тоже достаточно страниц уделено.
Если Анаксимандру посвящена одна, в одной книге посвящена здесь буквально одна страница. Одна страница Анаксимандру. Одна страница Анаксимену, несколько страниц Анаксагору. Сократу посвящено, не знаю, больше около 20 страниц. Около 20 страниц. Аристипу посвящено 4 страницы. Аристотелю посвящено 20 страниц, плюс еще философия его учеников здесь перечисляется. Практически ни у кого здесь учеников как будто бы не было. Понимаете? Но у Аристотеля все это прописано прилично. Ну вот, друзья. Хотя здесь про других тоже мыслителей много достаточно написано, так что такое. А у Васила есть аргумент против Шадова, стоящего на руке и показывающего факт. Это не бьется, друзья. До этого лучше беседу не доводить. А спивсип, случайно, не основатель скептицизма? Нет. Если вы хотите подумать о том, кто является основателем платонического скептицизма Средней Академии, то это Аркисилай. Аркисилай. Если вы про основателя абсолютного скептицизма, то есть пиронизма, это Пирон. Ну, если судить по историографии. Ну, то есть, я не знаю, я не очень согласен здесь с тезисом Васила по поводу того, чтобы мы бы знали больше. Столько же об Аристотеле, если бы у текста до нас не дошли, мы бы знали, ну, не то чтобы все, но кое-что бы знали. Достаточно. Вот, и сочинения бы его до нас не дошли. Осталось от них много, потому что, да? Да, согласен, что потому что, ну, то есть причина... Причину мы можем разную указывать. Ну, я, например, думаю, что это мода, популярность. Особенно Платон. Особенно с Платоном это связано. Перипатетики, знаете, не знаю, довольно интересная у них история. Так, я помню, что кто-то из учеников Платона был основателем скептицизма. Нет, Пирон. Демокрита называл... этот самый, господи... Что у меня с памятью? Да, у меня тоже самое, Васил, с памятью. Я все забываю. Ну, это нормально. Шутка в чате. Мне кажется, я знаю, почему Сократ почти всех спорах побеждал. Он становился на руку и показывал факт. Вот это аргумент, да? Новая логика. Фух. Что такое с памятью у меня? Я даже не понимаю, о чем он, я бы, может, помог бы сейчас. Римский оратор. Сенека. Философ. Сенека. Политик. Все еще вроде Сенека. Или там еще один есть, я его тоже забываю. Автор речей. Бля, сейчас косяк. Речь Катилине кто написал? Бля, я не помню тоже. Сенека, наверное. Слушай, там еще один есть просто. Ребят, ну все, совсем все плохо. Цицерон, да, Цицерон. Цицерон у меня всегда из памяти вылетает. Правильно, Цицерон. Кто написал речь Катилине? Ну, то есть, да, Цицерон. Цицерон я вообще всегда забываю. Нормальное дело. Цицерон. Цицерон, верно, Цицерон. Цицерон писал, что Демокрит по красоте своего языка и по глубине своей мысли это греческий автор, не уступающий Платону. Кстати, это... очень интересная мысль для представителя поздней стои, который, в принципе, смешивает в себе... И платонизм, с одной стороны, и стоическую этику, и еще кое-что там, по сути. Очень интересно, что Цицерон, или он не был стоиком, сейчас я не помню, что с Цицероном вообще связано. Цицерон, давайте я вообще загуглю Цицерон, это же поздний стоик или нет, или я опять путаю что-то. Цицерон. Величайший философ римского мира, будущий выходцем, да-да-да, какой школе он принадлежал, давайте... не будет, да? Не будет информации о том, какой школе философской он принадлежал. Блин, непонятно.
Может быть, он вообще вне школы, кстати, был. Кстати, интересно. Как тебе политические взгляды Цицерона? Мало знаком, мало интересовался личностью Цицерона, поэтому... Кстати, возможно, он вообще не принадлежал никаким школам, так что поэтому мне было вообще сложно с ним разбираться, и я даже не стал. В свое время Как продолжим. писал Цицерон, который греческую философию знал очень хорошо, в том числе знал много из того, что недоступно нам. Где сейчас работы Демокрита? В какой версии они до нас дошли? В виде фрагментов. Причем, ну, очень часто фрагментов не оригинальных, а в пересказе. Как и идеи почти всех мыслителей. Вот. Да, Цицерон не принадлежал, я понял. Ну, то есть, вполне возможно. Ну, то есть, да. Я уже забыл, с чем я спорил или к чему я говорил. Да, я говорил к тому, что Шадов так говорит, типа нахер софистов. Слушайте, ну, все было бы хорошо, если бы у нас... Не, ну софистов формально почти что победили. Зрелая, мощная софистика по типу Протагора, по типу, не знаю, Горгия, по типу, не знаю, Продика, она упала. Младшие софисты и еще более младшие софисты, они просто ударяются в риторику и не занимаются философией почти что никак. Вот, как ни странно, история с софистами – это история декаденства постепенно, это история упадка. История упадка, притом, я не знаю, я увязываю этот упадок непосредственно с рассветом сократических школ, прежде всего платонизма и эрастотелизма, которые потратили значительную часть времени на критику вот этих самых тенденций. И оставили, в общем-то, не знаю, и не оставили в философии места непосредственно для софистов, не оставили. У нас был это аргумент Шадова, он имел бы смысл, если бы А, там написано, что он близок к стоицизму. Ну... до нас дошли бы сочинения софистов. Но проблема в том, что Ну, проблема в том, что мы приблизительно представляем себе то, о чем рассуждали софисты. Мы приблизительно представляем их позиции, их мнения. У Платона есть полноценные диалоги о них. Мы о Сократе знаем столько же, сколько о софистах получается, из диалогов Платона. Ну, то есть, ну, мы о большинстве греческих философов знаем столько. Ну, то есть, может, вообще не было тогда греческой философии, только Платон и Аристотель. Ну, окей, конечно, прикольно тоже, да. софистах большая часть того, что мы знаем о софистах, мы знаем Мы знаем их тезисы, как минимум. из Ну. диалогов Платона и из работы Аристотеля. Да. Ну, у нас теперь выбор, смотрите. Платон и Аристотель, дешевые тупые пиздоболы, которые врали про своих оппонентов. Либо Платон и Аристотель немного приврали про своих оппонентов, но там было много правды. Выбирайте. Тупые пиздоболы, люди, которые, ну, имели какую-то там, не знаю, интеллектуальную честь какую-то. Ну, вот не знаю даже, что мне выбрать. Ну, вот даже не знаю. Меня на самом деле любой вариант устроит, но вот как-то вот, знаете, ну, наверное, стоило доверять. Стоит доверять, просто в пересказе Аристотеля даже Платон более-менее как бы идет. А Платоне мы знаем по текстам. То есть пересказ Аристотелем Платона меня, в принципе, устраивает. Плюс-минус. Плюс-минус устраивает. Почему меня не должен устраивать пересказ Аристотелем, ну, не знаю, софистов, конечно, не устраивает. Но этот пересказ есть у Платона. Почему меня не должен не устраивать пересказ Платоном софистов? Притом он там вполне так себе, знаете, хороший. То есть это не то, чтобы тотальное уничтожение. Ну, то есть, да, получается, Артем Жуков, что Платон и Аристотель это великие сказочники, выдувшие историю греческой мысли просто вот так из головы. Они могли заблуждаться, согласен. Согласен, могли заблуждаться, но, блин. Ну, блин, ну что, Васил сейчас берет и аннулирует всю историю греческой философии до Платона и Аристотеля, и, наверное, даже отчасти после, потому что о мыслителях, современниках Платону и Аристотелю и последующих, во многих мы тоже мало чего знаем. Потому что их тексты до нас не дошли. Эх. Ну и опять же, нас интересует не история философии как таковая, нас интересует эта книга все еще. Нас интересует вот этот самый мужчина, Диоген Лаэртский. Диоген Лаэртский.
где, ну не знаю, впервые или не впервые высказывается позиция о том, что философия есть только в эллинизме, только у греков. Вот она, вот эта книжечка. Мы рассуждаем только по ней сейчас. Он там рассказывает про разные учения разных философов. Мы спорим с этой книжечкой, пользуясь его самыми определениями философов. Он рассказывает про их учения, мы смотрим, что он понимает под философией. С ней мы спорим, с ней мы, в общем-то, обсуждаем пока. Вот, вот как-то вот так вот. Что-то там было у Платона, Аристотеля, вообще плевать. Которые были антисофистами, да, при этом Аристотель это не современник, кстати. Не, я согласен, что и Платон, и Аристотель, скорее всего. Ну, привирали. Особенно Аристотель в опровержении софистов. Ну, мы очевидно знаем, что Аристотель нас наебал, когда речь идет о тех парадоксах, которые он передает софистам. Эти были парадоксы другой философской школы вообще-то. Да, она унаследовала кое-что у софистов, но это не софисты были. То есть мы, в принципе, достоверно знаем, что Аристотель причислил к софистическим аргументам те аргументы, которые софисты вообще не озвучивали. Ну, например, как там это, софисты, софизмы о лжи, лжец, нас интересует софизм, сейчас мы по лжецу, нет, это фильм, софизм, давайте перейдем просто туда, тут мы все уже раскроем, парадокс лжеца, открыт Евбулитом, давайте, где на Евбулита щелкнем, сейчас нас выведет, куда он. В смысле, за что бан? Нас забанили? Кто куда? Друзья, кто там кого-то банит, не баньте, пожалуйста. Сейчас. Раннее зарождение лжеца приписывает древнегреческому философу Эпимениду. Да-д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 а. Где он у нас? Где он у нас? Эпименид? Нет, не к Эпимениду. Там не только... Нет. Здесь мы не только к лжецу апеллируем. Да, это пример софизма, Загдауман, просто софизмы, софисты не формулировали такие утверждения, понимаете, в чем дело? Ну, судя по всему, не делали этого. Аристотель это взял у представителей другой философской школы, сейчас я пытаюсь вспомнить ее название. Да, она опять, ну, неважно. Артём, да, читайте, хорошая книжка, одна из классических, ее обязательно прочитайте, если вы интересуетесь античностью. Ну, то есть это да. Это ключевая книжка, очень важная. Софистов, да, то есть... Дело не в том, что софисты, типа, вот мы их так произвольно берем и выписываем из большого философского канона. Ну, условно говоря, за несколько столетий так и получилось, что они были выписаны из большого философского канона. А единственная тенденция, которая сохранилась от софистов, ну, это или доэритрийская школа вроде бы, или нет, или не она. Нет, или доэритрийская это другая, блядь, эти вторичные школы сократические, я еще не все помню. Или доэритрийская, или нет, ну, неважно. Короче, и скептицизм. Скептицизм тоже родственник софистики. А софистов выписали, по сути, постепенно, так или иначе вытеснили. Вытеснили. Не будем говорить выписали, вытеснили. А в том, что, ну, не повезло вот им. Не повезло. Нет. Просто у Платона была громадная школа философская с кучей народа. А бизнес-модель, в общем-то, софистов, она, может быть, была и продуктивной на первых порах. То есть сами мудрейшие софисты, которые спорили в судах, получали хорошие деньги. Довольно хорошо существовали, могли себе многое позволить, так скажем. Но вот в последующих поколениях, поскольку они не то чтобы очень хорошо обучали достаточную замену учеников, обучали их преимущественно не самой философии, не способу мыслить, а приемам для того, чтобы отрабатывать деньги, ну постепенно софистика приходит в упадок, и ее вытесняют представители других философских школ и вытесняют, и прежде всего это платоники их вытесняют. Ну, по сути, выписали. Не знаю, как это. Им так, как повезло Платону и Аристотелю. Салют, хайлайтер! Делы нормально, мы скоро будем играть в
в эту самую... Блин, не знаете, мне всегда какую-то хуйню пишут ребята, типа, о, все, Васил вынес Шадова. На самом деле, Васил довольно-таки, знаете, комплиментарно и хорошо обсуждает те или иные проблемы. Мне на самом деле нравится. Часто мне просто реально пишут, все, Васил вынес, убил всех, все, разнес. А тут вполне есть о чем побеседовать. Мы бы с Василом смогли бы побеседовать на эту тему. И все это объясняет, зачем нам донатить. Друзья, просто донатьте Шадову, не думая, это важно. Помню, вы хвастались, что у вас есть 35 гигов книг, доступ к ним открыт или нет. Артём, я уже показывал храм осьминога бесконечности, меню и библиотека, и здесь огромное количество книжек. Вроде бы 30 гигабайт, я уже точно не помню, но 35 где-то вот здесь. Заходите. Добро пожаловать, как говорится. Ну, то есть, смотрите, Васил на самом деле оставляет достаточно приличное поле для обсуждений, что мне нравится, безусловно. Более того, ну, здесь много дискуссионных вопросов. Я здесь тоже с ним соглашусь, можно много чего дополнить. И это не похоже на разнос или вынос. Вынос Васил просто, как бы вам сказать, свои соображения высказывает по этому поводу. И, знаете, ну, здесь никаких наездов я пока не вижу. В Call of Duty спасибо, Егор. Modern Talking. Вот. Сейчас она скачается, установится. Блин. И будем играть. Подписываемся, ребят, на хайлайтера, донатим хайлайтеру и ставим хайлайтеру тупо пожилые лайку. Я задоню, но если будет разбор без очереди. На что задонишь? А, друзья, кстати, у нас закончилось время просмотра, а мы все еще смотрим Васила. Давайте кто-нибудь задонайте на продолжение, пожалуйста. То есть 150 рублей надо бы. А то мы, не знаю, занимаемся какой-то филантропией. Нам это не свойственно вообще-то. Да. Ну, в любом случае, что так мало денег-то? Где деньги? Эй. А, вот где деньги, вот. Я сегодня, ну, не то чтобы сильно поднялся, но да ладно. Ну что, друзья, давайте, не забывайте донатить тоже на что-нибудь. Ну, видео мы смотрим. Где там Киринаиков, Киников, даже Стойков отчасти тоже пошли нахер, как бы. Христиане и Скептиков тоже нахер пошли, как бы. Все пошли нахер, кроме вот этих вот замечательных... А почему пошли нахер? Ну, на Стойков, типа, ссылается... на Стойков ссылается там тот же Фома Аквин. Здесь речь идет скорее о поздних Стойках в случае с Василом. Я говорю про ранних Стойков, чьи тексты до нас не дошли. Например, Хрисип, который написал 400 текстов, судя по всему. Из средневековых авторов. В сумме теологии много ссылок на стоицизм. Не говоришь о том, что, ну, стоицизм... Ну, стоицизм очень широкое понятие, с некоторыми периодами, в общем-то... С некоторыми периодами развития, и пятый период, последний период развития, то есть поздний стоицизм, ну, это в основном этика, и, несомненно, на них христианство ссылается. Повлиял в какой-то степени. Конечно, повлиял, особенно поздний. А стоицизм повлиял очень сильно на философию нового времени. Отчасти. Но базовые его положения все равно во многом пошли нахер. Скептицизма, ну, тоже непонятно, почему пошли нахер. Ну, потому что скептиков больше нет. Я уже об этом, кстати, Василу лично рассказывал. Скептиков никогда не было, ну, до и после пиронизма, там, не до и после секста эмпирика, там, не знаю, секс эмпирик и пирон, вот между ними были скептики, а потом исчезли. Скептицизм вообще это такая большая философская традиция. Нет, ее нет. Это, во-первых, не может быть никакой традиции, но и скептиков вообще, в принципе, нет. В европейской культуре их не было, их изжили. Там... Ну, христианство по элементам много чего приватизировало, Артём, поэтому, ну... Это не отменяет того факта, что эпикурейцы пошли нахер, и стоики пошли нахер. Из-за того, что некоторые элементы стоицизма и эпикурейства вошли в христианство, еще не значит, что они не пошли нахер, как бы. А вот платоники и аристотелики, они до сих пор нахер не пошли. Они до сих пор еще живы, как бы они еще здесь. Они с нами, друзья. Они все еще с нами, и они очень активно влияют на философию. И, например, какой-нибудь томизм - это перипатетизм в христианской обложке получается. Тоже что интересно. В колду модерна токен. И тут один рецептизм дальше христианству передаются, и там развиваются, и в итоге, ну, понимаете, философская традиция начинается... Стоицизм отчасти тоже. ...ассоциироваться преимущественно с вот этими тенденциями, которые зародились в Древней Греции. Согласен, но в меньшей степени. Значительно меньшей степени. Платона и Аристотеля. Очевидно, что у индусов не было ни Платона, ни Аристотеля. Проблема в том, что по поводу стоицизма и скептицизма тут надо еще сказать такую вещь.
Ну, скептицизм у меня вполне очевидная позиция, ну такая понятная. Что стоицизм и скептицизм — это тоже философия, это школы философии, которые зародились под влиянием Платона и Аристотеля. Поздний античный, ну, античный скептицизм и античный стоицизм — это как бы авторы, на которых, ну, это школы мысли, которые возникли под влиянием платонизма и аристотелизма. Аргументы будут? Непосредственно, но очень сильно. Ну, аргументы будут. А в Индии так, а что в Индии? Ну, аргументы будут в пользу того, что пиронизм возник под, не знаю, влиянием Платона. Ну, то есть я понимаю, что Васил сейчас мне не ответит, потому что вот его с нами сейчас нет. Но я, честно говоря, впервые слышу, что пиронизм возник под влиянием Платона. Секст-эмпирик отрицает, например, среднюю платоновскую школу академическую. То есть, спасибо, угнетатель. Продолжаем. Шадов. Так нечестно. Я приходу с работы, включаю стрим и слышу. Спасибо, что смотрели. До свидос. Я сегодня подольше. Угнетатель. Давай чуть позже. Давай сегодня позже, да. А то я не задоначу на 2,5 часовое видео. Хочу, сам смотри. Хорошо, угнетатель. Будем здесь, пока еще час-другой. Досмотрим как минимум Васила. Я засчитаю вот эти вот 150 рублей за Васила, пожалуй. И оставшиеся видео тоже посмотрим. Ну, с удовольствием, друзья. Побудем с вами. Очень хочется с вами еще побыть сегодня. Так, будут аргументов, в принципе, не будет относительно того, почему пиронизм возник из-за платонизма. Васил может, наверное, сказать, что академический скептицизм средний возник под влиянием Платона, потому что он возник в академии и был академичным. Окей, может быть, но опять же, секст-эмпирик, абсолютный скептик, отрицает признание, не знаю, абсолютного сомнения за академическими скептиками. Ну, то есть, вот такое что-то. Довольно странно. Мне просто действительно интересно. Может быть, да не знаю, давайте прогуглим Перона. Перон. И у Перона был учитель. Может быть, он как-то связан с Платоном. Я вот здесь не особо смотрел. Диоген Анахарсис, вот. Последователь Демокрита, оказывается. Смотрите. Последователь Демокрита Анахарсис. Очень сильно повлиял, да, Платон именно на них. Очень-очень интересно, очень-очень интересно. А кто такой Анахарсис? Давайте еще прогуглим. Древнегреческий философ, последователь школы Демокрита, родился в Абдерах во Фракии. Ну, то есть, честно говоря, я не знаю. Честно говоря, я не знаю, к какому сейчас моменту истории апеллирует Васил. Наверное, к Средней Академии. Единственное, что в голову сейчас приходит. Но воздействие Средней Академии на такой вот классический скептицизм, пиронизм и в итоге учение секст-эмпирика, абсолютный скептицизм, ну, вот оно нулевое. Ну, нулевое, просто секст-эмпирик посвящает достаточно большое количество своего, в общем-то, текста на опровержение позиции, согласно которой академики хоть когда-либо могли бы считаться скептиками. У них особое отношение к миру, так скажем, вероятностное, но вероятностность — это тоже определенное суждение, и скептики их за своих не считали. Так что ручки умываем мы и продолжаем дальше. И они к нему никак генеалогически, не восходили. Очевидно, что у китайцев тоже не было Платона и Аристотеля, они к нему генеалогически не восходили. У них свои персонажи в качестве основных участвуют, у них основные... Ну, с китайцами и индусами здесь все более-менее очевидно, да. И такие вот свои мудрецы, свои... Тем более я в определенном роде сейчас как бы, да, описываю чужую позицию и пошел нахер, конечно, резко. Ну ладно, так скажем. И, конечно же, это наталкивает нас на мысль, что если мы говорим о Аристотеле, самый главный мудрец, первый философ, как пишет Фома, если мы так думаем вообще. Но очевидно, что ничего подобного не было на Востоке. На Востоке все в другом складывалось. И логика была другая, индийская логика отличается от европейской. Китай вообще логика не сформировалась. Ну и вот, у нас вот такая вот причина, по которой тоже, видите, мы можем отсечь восточную философию. То есть она генеалогически не восходит к древности Китая, к нашему, к древности, в смысле, к античности, к грекам. Нет, не восходит к грекам. Почему же еще? А теперь, опять же, причина, вытекающая из предыдущей, это логика. Логика. Причем логика как логическое доказательство, вот система логических доказательств, предложенная Аристотелем. Понятно, что ни индусы не пользовались такой системой доказательств. Понятно, что, ну, даже... А можно пример теории доказательств? Можно пример хотя бы одного доказательства, вот согласно теории индийской логики? Я сегодня, кстати, уже на стриме перечислял пример доказательства согласно индийской логике и рассказывал о принципах ее работы. Давайте повторим еще раз. На горе дым.
на горе дым. Первое суждение, первая посылка. Пятичленного силлогизма на горе дым. Под вывод, значит, там огонь. Следующая посылка. Там, где дым, там всегда огонь. Например, как в котле. Там пример еще, в пятичленный силлогизм еще включается пример. Например, как когда мы готовим там суп, например, в определенной, там, не знаю, в чане, у нас есть дым и огонь. Мы огонь разводим, и там дым появляется обязательно. Значит, на горе огонь. Ну, то есть, здесь мы прежде всего апеллируем к феноменологическому опыту, к феноменам. Мы чувствуем, мы пытаемся установить определенную последовательность феноменов. То есть, дым. Где-то дым. Там, где дым, там обычно огонь. Значит, да-да-да-да-да-да-да. Правда. Это не просто так. Это, ну, то есть, вы понимаете, что подъебать такую позицию довольно-таки легко, потому что не везде, где дым, там огонь. Ну, просто если... что ты такое сказал, непонятно. Еще раз, пятичленный силлогизм индийский, он был там и трехчленный порой, и десятичленный. То есть, много членов было у данного силлогизма, у индийских силлогизмов много вариантов было. Но я привожу сейчас наиболее классический, который восходит к теории рассуждения Ньяя, Ньяя-логики. То есть, у нас есть первая посылка. Фиксируется какой-то феномен. Там на горе дым находится. Я зафиксировал феномен, первый феномен. Второй такой ответ. Я делаю такой подвывод уже предварительный. Значит, там огонь. Значит, там огонь. Потому что, ну, огонь тоже феномен. Два феномена у нас взято уже. Да, не бывает дыма без огня, Зак Даумен, если коротко. Но у этого силлогизма просто есть определенная форма рассуждений. Два феномена у нас уже есть. Огонь и, не огонь, и дым. Потом смотрим. Там, где дым, там всегда огонь. Это утверждение. Это утверждение подтверждается феноменологическим примером. То есть у нас есть восприятие. Вот дым и вот огонь. У нас, когда мы чан готовим, чан с какой-то жратвой, у нас там и дым, и огонь. Дым и огонь, дым и огонь, дым и огонь. Она не совсем индуктивная, она больше феноменологическая. То есть индуктивная логика, она может быть формальной. Индийская логика неформальна в этом смысле. Она основана на феноменах. Мы пытаемся установить последовательность феноменов. И потом делается вывод, уже последний, пятый такой член силлогизма. Ну все, там на горе, очевидно, огонь тоже. Если там дым, то там огонь. Ну все понятно, мы идем на гору и хотим погреть руки в огне. Потом индусы работали с формой этого силлогизма, усматривали, какие там возможны ошибки. Вот, мол, в этой посылке возможна такая ошибка или такая ошибка. Может быть, не везде, где дым, там и огонь, там и так далее, так далее, так далее. Но это своеобразная логика, это определенная форма. Да, это логика восприятия, в некотором смысле это логика, которая базируется не на высказываниях, как логика Аристотеля, а на восприятиях. Это другой тип логики, это совершенно другой тип логики. Но в этом смысле он интересен, и я не знаю, это в каком-то смысле, ну, это действительно логика, и не зря, наверное, называют это логикой исследователи некоторые. Ну, по крайней мере, это имеет некую форму, некую постоянную форму, раз, это используется в аргументации, два, это используется в индийских спорах, три, ну, то есть определенное подобие логики, которую мы обычно используем, там уже есть, там она уже заложена. Над развитием этого самого силлогизма, и не только этого самого, и многих других, индусы работали на протяжении многих, там, не знаю, столетий. То есть они разбирали, как это здесь работает, какие здесь могут быть ошибки, какие, возможно, ошибки в восприятии, что делает этот тезис, там, не знаю, несущественным, что может ударить по этому тезису, может быть, у человека проблемы со зрением, может, у человека проблемы с восприятием, например, и тогда будут появляться ошибки. То есть они много над чем работали, чтобы вот эта система так или иначе функционировала. И говорить, что ну там была хуйня и не философия, ну а что там тогда было? Ну а что это было тогда? Что это? Логикой они не занимались. Ну, чем-то похожим занимались. Может быть, логикой в смысле Аристотеля они не занимались, но что-то похожее у них было. Цель такой логики – сделать конкретный вывод о предмете. На самом деле, Андрей, понимаете, в чем дело? Феноменологическая логика может переноситься на состояние. И индийские споры – это часто споры о состояниях внутреннего мира. Мы их каким-то образом описываем. Uh,
ИА-9 пишет: «Человек на горе стоит на одной руке. Не бывает стояния на одной руке без Шадова. На горе стоит Шадов». Типа того. А Зак Даун: «Белая лошадь не есть лошадь». Ну, то есть, она в итоге не развилась, знаете, в систему рассуждений. Ну, то есть, вот это вот высказывание Гунь Сунь Луна: «Белая лошадь не есть лошадь». Оно скорее, знаете, работает соотнесением универсалей. То есть, у нас есть общее понятие «лошадь», а есть понятие «белая лошадь», более конкретно. А есть еще конкретная белая лошадь какая-то. То есть в понятие «белая лошадь» входит несколько лошадей. В понятие «лошадь» входит белая, красная, пегая и так далее. Огромное количество тоже лошадей входит. То есть Гунь Сунь Лун попытался осмыслить вот такую вот своеобразную универсализацию языка. То есть, в принципе, его предмет, ну, не то чтобы близок к логике, он скорее близок к анализу языка. К языка? К анализу языка. И, но до логики он пока не дошел там. Он не пытался сделать из этого анализа что-то большее. К сожалению или к счастью, непонятно, непонятно. Нет, просто очень часто можно услышать, что вот там у индусов другая логика. Рассказал. Читайте тексты про Ньяя логику внимательно. Я здесь, опять же, тоже не специалист. Я просто гость, который проходил мимо восточной философии и так или иначе с этим, в общем-то, тоже работал немного, но я здесь не специалист. Просто читаем тексты по Ньяя логике. Есть тексты по логике буддизма. Прежде всего рекомендую обратить внимание на такую персону, как Дигнага. Вот, он тоже, он в буддийской логике довольно-таки известен. Что посоветуешь прочитать по номинализму? Не знаю, я сам почти ничего не читал по номинализму. Мне сама идея просто нравится. Да, Артём, здесь в данном случае можно апеллировать к тому, что это термин западный, но понимаете, в чем дело? В чем дело? Просто внутри самой европейской философии мы имеем колоссальное количество различных примеров. Колоссальное количество различных примеров, которые расширяют определение философии за пределы далеко Платона и Аристотеля, далеко за пределы любой логики, любого там ограничения. И просто когда мы имеем вот на руках вот такой громадный тезис, говорить, что он только Европе принадлежит, становится очень тяжело, потому что мы находим в Индии явления, подобные там, не знаю, какой-нибудь софистике, какому-нибудь скептицизму. Номинализм это оком, кстати, отчасти нет, оком не самый радикальный, номиналист Расселин здесь скорее подойдет больше. Так, в общем, набираем с разных, в общем-то, источников, не знаю, там у конфуцианцев этика, там политика, политическая философия и много-много-много всего еще. Кого почитать из, в скобочках, настоящих скептиков, кроме Секста Эмпирика? Да никого. Секста Эмпирика — единственный текст из скептиков, который сохранились. Несколько текстов, много текстов там, на самом деле. Можно Тимона Сцилла где-нибудь поискать. Был такой скептик Тимон, и у него были Сцилла. У китайцев другая логика. Не, у китайцев как раз логики как таковой не было, к счастью. Или к сожалению. Они на аналогиях спорили. У них определенный подход к аргументации. Здесь вот с китайцами лучше так сказать. У них определенный подход к аргументации. Ну вот, например, мы с Василом спорим о том, как должно быть устроено государство. И вдруг я ему говорю: ну вот, государство, оно должно быть гибким, потому что, не знаю, течение реки, оно такое извивается, гибкое и постоянно подстраивается под строение, там, не знаю, рельефа. Это такой, вроде бы, типичный аргумент для китайца. Они пытаются сравнивать что-то с помощью аналогии, так или иначе, и это прикольно. Но это специальный тип аргументации, который базируется на вере китайцев в соответствии общественного нашего устройства и природы, мира, окружающего. Это все одно целое. И даже на небе, знаете, китайцы иногда думают, ну, некоторые китайцы думают, что там есть небесная канцелярия, например. Ну, понимаете, Артём Жуков, в чем тут еще небольшая проблема? Бывает такое, что на кафедре логики исследуют ньяя-логику. Индийскую. Бывает такое. Ну вот как предметное исследование. Вот случается. Случается. А можно хоть один пример доказательства согласно китайской логике? Привел, но это не доказательство. Я все оговорки сделал. И тем более я до этого сказал, что в Китае логики нет. То есть я в том видео не оговорился. То есть там все было правильно. Здесь Васил не так понял. Ну ладно.
как бы и согласно. С индийской я привел, по-моему, довольно основательно и даже указал источники. Есть книжки по ньяя-логике. Вообще берите ньяя-сутру с одной стороны, а с другой стороны книжки по ньяя-логике, и вы там много чего найдете. Все. Кстати, Андрей Всеволодович Парибак, вот тот человек, у которого я учился, но вот он хороший, крутой, востоковед интересный, сам буддист, у него вроде бы есть статьи по Дигнаге, как раз, тоже рекомендую. На индийской логике. Ну, я не отвечу, Васил, не жди, продолжай. Продолжай, я тебе не отвечу, я тебе сейчас ответил. Ну, он может ждет, что я отвечу внезапно, но я не отвечу, Васил. Особенно пока ты не нажмешь старт. Кстати, более высокой степени казаться. Никто не понял, кроме представителей восточных преподавателей, европейцев, ну и некоторые еще. И знаете... А в чем аристотелевская логика заключается и чем она отличается от индийской? Аристотелевская логика – это логика высказываний, которая подразумевает определенную, в общем-то, соотношение, иерархию слов. То есть, он, например, Сократ... А, нет, не Сократ человек, не с того начал. Опять же, большая посылка. Все люди смертны. Сократ человек. Сократ смертен. Типичный пример аристотелевской логики, которую он сам приводил в качестве примеров. Здесь все высказывание. Не феномены, не факты. Высказывание. Человек... Какой человек? Где потрогать нам человека, непонятно. То есть все люди смертны. Это высказывание абсолютно абстрактно. Оно неприменимо, там, не знаю, к отдельной персоне. Ты отдельно смертность существует, отдельно человек. И они вот так вот здесь смыкаются. Просто слова, которые имеют, не знаю, высокую степень иерархичности. Все люди смертны. Сократ, как ни странно, принадлежит классу человек. Тут оказывается, опачки, к этому большому слову иерархически Сократ принадлежит. Человек. Он человек, но он принадлежит к касте вот это «все люди». Из всех людей там один из них, в общем, Сократ оказывается. Из абстрактно выделенных всех людей одним из них оказывается Сократ. А поскольку все люди смертны, и Сократ один из них, ну вот по иерархической такой языковой логике оказывается, что Сократ тоже сдохнет. Невероятно. Ты как-то назвал Дугина поехавшим дедом, но у меня с Дугиным сложные отношения. Кстати, 3-6 стагерем я не читал, поэтому не знаю. Не знаю. Вот про Дугина, ну я по-разному о Дугине высказываюсь. Там у нас очень сложные отношения, я за них сам переживаю. А если бы ты учился, у него ранний период обучения считал так же? Кстати, я не знаю, ну тут трудно сказать. Я сам у себя учился ранний период обучения, как ни странно. То есть у меня такая позиция сформировалась еще до того, как я начал более-менее серьезно изучать философские тексты, историю философии, там, не знаю, Копплстоуна читать. То есть многие вещи, которые у меня были вообще так, на таком предварительном этапе, я пронес до конца своей, до этого самого момента жизни и сохранил. Поэтому я не знаю, как это у кого-то обучаться. Мой научный руководитель меня обуздать даже, по сути, не смог, понимаете? То есть те идеи, которые вот он исповедует... мне до сих пор не близки. Хотя я могу работать в русле философии воображения, могу работать в русле хайдеггерианства какого-то, пытаться апеллировать к такой современной академической традиции, но лично мне они все равно не близки. Не, у нас с Дугиным нет терок. Он про меня вообще не знает. Я про него тоже не то чтобы много знаю, но он мне мало интересен просто. Люди хотят, говорят, давайте... Позовем Дугина, может быть. Во-первых, он ко мне не пойдет, а во-вторых, он мне сам мало интересен. Я не знаю, я у него ни одного оригинального, не знаю, высказывания просто не слышал. Именно хорошего, качественного, философского, оригинального высказывания, базирующегося на его учении. Ну вот просто не слышал. И я не знаю, как оценивать его философию. Читать все на Амахе, но у меня просто времени не хватает, я не хочу этого делать. Я пытался полистывать их, ну это похоже на обычную, не знаю, культурологию. Вроде Шпенглера, только немножко про русских побольше. Ну, такой вопрос на понимание. Это во многом печально, потому что мы автоматически привели. С минуту что произошло, перезагрузите, прошло у меня, что прошло, куда? Так вот. Не, ну серьезно, про индийскую логику, ну просто можно вбить. Если мы такие контраргументы приводим. Очень печальная ситуация. Очень печальная ситуация, ваши ребята, заключается в том, что мы... Ну, так. Женская логика это просто... Тупое словосочетание всего. Вот печальная ситуация, потому что у нас появляются, знаете, такие на востоке явления, которых тупо нельзя назвать... религиозными. То есть они устроены на какой-то там примитивной вере.
Ну, то есть, да, вообще ничто не строится на примитивной вере, заранее отвечу на возможный ответ Васила. Опять же, здесь немножко тонко, я не ожидал, что Васил будет это смотреть. Здесь слово «религиозный» было взято в контексте людей, которые могли бы начать сравнивать философию и религию с атеистических позиций. Но вот кто и нередко так делает, но вот как раз люди, которые вот далеки от религии, им так нравится. То есть здесь я как бы не ожидал, что Васил будет это рассмотреть. Кстати, что прочитать у Шпенглера по культурологии «Закат Европы»? Один из главных текстов. Чем определяется примитивность веры? Ну, Васил, здесь я честно заранее скажу, что я просто апеллировал к определенному дискурсу. Все. Ни в коем случае не хотел задеть христиан. И если они пытаются доказывать и аргументировать, то... Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Есть определенные мнения в философии, согласно которым все, что основывается на вере, примитивно, недоказано, ну, не круто вообще, не клево. А есть мнение, согласно которым все, что да, там должно, все, что принадлежит философии, должно так или иначе доказываться. То есть должно быть доказательным знанием. Васил, на самом деле, ну, отчасти совмещает в себе и веру, и знание. То есть и философию он понимает, и с религией тоже дружит, ну, в общем-то, на «ты». Ну, вот как-то так. Поэтому, ну, я здесь ни в коем случае не пытался ущемить верующих. Моя позиция по верующим довольно-таки, знаете, широкая, одобрительная во многом. Плюралистическая. Я допускаю все возможные веры. И, в принципе, я понимаю, на каком базисе строилось христианское мировоззрение, что это не только чистая вера, это и философия во многом. Это и рассуждение, это размышление о том, как устроен мир, это размышление о том, каков Бог, какие у него атрибуты, как его доказать. Ну, то есть, я здесь, скорее, с плюралистических позиций подхожу, я не вижу в христианстве примитивную веру. Но здесь я апеллировал к другому дискурсу, поэтому, ну, прошу меня простить, друзья. Посредством чего они собираются доказывать и аргументировать, если они не принимают аристотелевскую логику? Ну, если что, аристотелевская логика... Ну, давай. Как бы аристотелевская логика в широком смысле. Вась, ты споришь с экраном, это не Life Shadow. Я знаю, что это не Life Shadow, я просто более чем уверен, что Shadow потом это закажут. Я на это рассчитываю. Ну, хорошо, что, кстати, заказали, друзья. Спасибо вам большое и большое спасибо за продление. По-моему, было довольно интересно и как бы... Ну, я смог больше дополнить свою позицию. Там просто был ответ на хайлайт, как бы. Мне дали хайлайт, за 10 рублей кинули, и я решил так, знаете, ответить достаточно широко для хайлайта за 10 рублей. Но при этом получилось еще и так, что недостаточно широко ответил, чтобы, ну, это было как-то еще трудно критиковать. И да, довольно-таки, знаете, вальяжно. Аристотелевская логика в широком смысле – это просто логика. Это вот логика, которой все человечество пользуется, потому что на ней выстроена, ну, современная логика. Ну, в широком смысле. С Василом будет ли стрим, уже было два. Может быть, будет когда-нибудь еще. В широком смысле. Логика. Ну ладно, давайте слушаем дальше. Логика, вот как. Ну, как ну просто тот же маргинал уже не считает логику Аристотеля логикой, например. Ну или, например, мы читали сегодня текст одного логика в самом начале. Мы посвятили этому несколько часов нашего времени. И я напоминаю, что он тоже не считает аристотелевскую логику какой-то системой доказательств даже. То есть доказывать начали 100 лет назад, пишут логики сейчас. Только тогда появилась настоящая логика. До этого, ну, была просто какая-то, не знаю, странная система, протосистема, не знаю, такое. Наука, да, формальная, на ней выстроена современная математика, и ей пользуются индусы, ей пользуются... А вот то, что на ней выстроена современная математика, тут тоже, знаете, как-то скользко. Ну да ладно, здесь многое зависит уже от терминов. Что называть настоящей логикой, что называть ненастоящей логикой. Не будем здесь, наверное, сильно затягивать. Пользуются китайцы, ей пользуются, в принципе, сейчас уже все. Ну, потому что китайцы и индусы сейчас были, ну, как бы, культурно завоеваны европейскими мировоззрениями различными. Включая науку, да. Да, так и есть. Ну, то есть, просто, да, чуваки пришли к ним с пушками, начали их бомбить, во многом устраивать войны нередко, либо просто их завоевывать, физически завоевывать. Ни в коем случае не доказывать им свою правоту, а именно физически завоевывать.
Ну и таким образом, да, поздравляю, в том числе логика, как и многие другие вещи. Появились там таким вот путем интересным. Михаил М. Логику же преподавали еще при Екатерине. Логику формализовали скорее математику в 20 веке. Да, правильно. Правильно, но просто проблема уже заключается в том, что многие логики сами считают, что вот эта вот формализация по математическому типу, она является фундаментальной для обоснования логики, для создания вообще логики как дисциплины, научной или ненаучной, неважно. То есть для них это именно это важно. То, что было до 20 века, уже многие, не знаю, прям реально многие почему-то, я просто часто теперь замечать начинаю, думают, что у Аристотеля логики вообще не было. Вот не было у него логики, понимаете? Хоть какой-то базис он и заложил, но вот логики у него не было. То есть аристотелевская логика это не что-то, вот что придумал Аристотель, и что больше, кроме Аристотеля, никому никогда не пригодилось, просто про... Плохой аргумент. То есть, то, что логику использовали после Аристотеля, ну, это не аргумент к тому, что не он ее придумал, во-первых. Ну, во-вторых, окей, использовали. Конфуцианцы используют мысли Конфуция на протяжении тысяч лет. Там буддисты мысли Будды, возможно, там Нагарджуны, кого-то там еще. Индийская логика существовала и до сих пор, наверное, существует, но существовала она очень долго и долгое время развивалась. Тут еще вопрос, в каком контексте индусы и китайцы используют логику? Ну, давайте тоже рассуждать как бы здраво. Мы же не знаем, как они используют логику. Мы не знаем, как они используют логику, честно говоря. То есть, если они используют ее для программирования, это практическая цель. Ну да, система для программирования сейчас базируется на логике. Окей. Языки программирования удобно использовать с помощью логики, да, потому что их для этого их делают под логику, чтобы было удобно вот работать с этими системами. То, что программисты из Индии вынуждены ими пользоваться, окей, но тут другой вопрос. Программисты Индии это не интеллектуалы, это не философы, это не те люди, которые спорят друг с другом о каких-то запредельных истинах. А давайте смотреть, о чем спорят брахманы, о чем спорят представители разных даршан, а как они спорят, какие методы используют. Ну вот Васил же, я полагаю, не проводил данные исследования. Ну, то есть, я тоже не проводил. Я бы хотел посмотреть, я бы хотел узнать. Ну, я думаю, элементы старой индийской логики до сих пор сохранились. И я не думаю, что кто-то, ну, в большом количестве из индусов, вот таких вот, знаете, интеллектуалов, философов, мыслителей, религиозных деятелей, прям очень активно пользуются аристотелевской логикой в самом широком даже смысле. Я не знаю, сколько на это можно поставить, но ну, в любом случае я готов поставить многое на то, что вот 100% из вот этих вот людей, философов и прочих людей, вот, мудрецов, мудрых, они не пользуются этой логикой. Вот, со 100% как бы... Ну, не 100% из них, в общем-то, пользуются аристотелевской логикой. Многие, скорее всего, да, но далеко не все. Может, даже не половина. Не уверен, как оценивать, потому что опытов, не знаю, проводились и не проводили, или не проводились. Ну, Андрей Всеволодович Парибок, например, рассказывал мне, опять же, о том, как он пытался спорить на Пали с одним буддистом, который как раз владел индийскими правилами логики. Значит, они до сих пор живы. Ну, а может и нет. Может и нет, я не знаю, но я понимаю, что Васил здесь тоже не знает. И Васил здесь, ну, видимо, просто апеллирует к такой к тому европейскому сообществу нашему. Произвольно какие-то хуи взяли и стали юзать, типа, давайте-ка мы угорим по Аристотелю. Ну, кстати, как вариант, так и было, скорее всего, просто долго-долго угорали и в итоге стало круто. Вот, он такой классный, давайте вот мы будем повторять за Аристотелем его идеи. Ну, Фома Аквинский так где-то и делал. Как же, блядь? Да, ну, конечно, аргументы там были, но база-то в том, что начали так делать, угорать по Аристотелю, могли угорать по кому угодно. Альтернатив колоссальное количество. Mm-hmm.
цитировать, но при этом они не являются философией. Это очень странно, на мой взгляд. Костя пишет, Маргинал говорил, что в Китае была школа логики, но первый китайский император их всех натянул в рукан. Если речь идет о школе ниндзя, они не были логики. Это школа. Не, ну на самом деле, тут зависит просто еще от того, что мы понимаем. Вообще про китайскую логику, я, насколько знаю, я немножко, у меня был курс китайской философии, я общался просто со специалистами по китайской философии. Про китайскую логику существует целый срач большой. Ну, типа, фактом является то, что придумали логику европейцы в лице глэков. Фактом является то, что логику придумали индусы в лице логики ньяя. Если да, я не ошибаюсь, ньяя, индийская правильно. Логика, она называется, по-моему, ньяя. Поправьте. Не совсем она ньяя называется. Ньяя — это одна из шести даршин. И эта даршина занималась разработкой логики. Параллельно с разработкой логики занимались джайны, буддисты, ну и представители других даршин тоже занимались. Вообще представители разных философских школ занимались разработкой логики, но ньяя логики, ну вот именно сама ньяя как школа, как даршина, ну вот это ее главная фишка. Она занималась разработкой вот споров. Вот, это ее просто фишка такая главная. И поэтому логику нередко называют ньяя логика. А если я не прав? Ну, так же, как с йогой, например, знаете, йогой вроде бы все занимаются, но на самом деле есть еще даршина йога. Вот здесь подобная ситуация. Но насчет того, придумали ли логику китайцы, здесь позиции разнятся. Когда говорят о логике у китайцев, вспоминают чаще всего не Минзя, да, так называемую китайскую софистику, да, вот школу имен. Мин имя, дзя. Правильно, мин имя, дзя школа, но софистика... Ладно. Школа. А вспоминают наработки поздних маистов. Угу. Маисты это последователи. Да-да-да, модзя. Маисты это последователи модзы, да? Да, правильно. Маисты, они поздние маисты разрабатывали, ну что-то типа. Да, у них что-то типа было, кстати, что-то типа было, но при этом этим мало кто пользуется. Как ни странно. Ну то есть их наработки в итоге канули в лету. Ну. Индийская логика сохранила свое использование, действительно. Вот здесь я, может быть, косякнул, кстати. Здесь я, может, ошибку совершил, согласен. Надо про поздних маистов тоже повторить информацию. В принципе, Васил здесь, знаете, правильно говорит. Но тут, опять же, большая проблема заключается в том, что, ну... Ее не использовал никто в Китае в итоге. К сожалению, ну то есть очень плохо с ней все получилось. Теория аргументации, то есть они классифицировали аргументы, доказательства и типы возражения, которые на них можно привести. И когда говорят про древнекитайскую логику, там апеллируют, как правило, не к школе имен, а к поздним маистам, которые... Ну, кстати, может, я действительно здесь ошибся, но просто у школы имен была такая аналитическая составляющая разбора имен универсалей, это прикольно, по-моему. Действительно, Цинь Шихуанди накуканил. А, ну, может быть, здесь я как раз на... Ну, здесь я, может быть, ошибся. Имя. Они разбирались в именах и названиях речи. Формально говоря, они пытались создать определенную схему из универсалей. То есть у нас есть белая лошадь и есть лошадь. Лошадь — общий термин. Белая лошадь — это уже более конкретная лошадь. А если вообще непосредственно какая-то лошадь, там еще ниже. То есть они... Ну, вообще то, что... Ой, бля. Вообще то, что сейчас говорит Шадов, это типа... Это логика. Типа теория терминов. Общий термин. Общий термин, частный термин, это есть логика. Ну, это часть логики. Ну окей, типа у китайцев тогда была логика, значит, у них была философия, значит, пошли нахер, типа, ну да? Ну кто из ну лол, опять же, мой изначальный тейк. Ну, то есть, вот такую интерпретацию можно брать как. Например, аргумент в пользу моего изначального тейка, окей. Но тут проблема в другом. Какие-то отдельные составляющие логики не являются логикой в целом. Ну, например, да, кто-то составляет теорию имен. Это еще не логика, это теория имен. Как... Это теория слов, теория названий, теория высказываний. Окей, прикольно, что у них есть теория высказываний, но складывается ли это в систему переходов одного высказывания к другому и так далее, так далее, так далее? Создаются ли правила, по которым одно высказывание переходит в другое, какие-то правила долженствования, которые нам говорят, что вот это правило ведет к этому слову, там вот дальше, дальше, дальше. Ну, у китайцев вот такого вроде и не было. Ну, вот в Минзя, по крайней мере, я не видел такого. То есть я не очень вот сейчас понял тейк Шадова, потому что для меня это звучит как школа имен не занималась логикой, они занимались логикой. Потому что те примеры, которые... Ну,
это больше на лингвистику похоже. С философским таким акцентом, но на лингвистику. На теорию языка. На теорию языка похоже вполне. Мы же различаем, например, в философии Рассела теорию языка, с одной стороны, и логику. Но они связаны, они безусловно связаны, но мы их можем различить. То же самое и у индусов, ой, у китайцев. Ну... Там еще нет мышления. То, как строится высказывание, оно еще не содержит в себе изучение, не знаю, движения мышления, законов правильного мышления и так далее, и так далее, и так далее. Как тут как вообще угодно можно трактовать, но, блин. Окей. Приводит Шадов про теорию общих терминов и частных единичных терминов. Не разбирались. Это часть логики. Ну, в Европе это может считаться частью логики, но одна отдельная эта часть, ну, окей. Не-не-не-не-не-не. Ну, части что, как бы. Тут реально очень легко, как бы, ответить, ну, и часть. И да. Просто это не специфическая характеристика логики. Логике приходится этим заниматься сопряженно с другими дисциплинами. Ну, например, с какой-нибудь, не знаю, лингвистикой, теорией языка, философией языка. И так далее, так далее, так далее. Логика здесь как бы делит свою сферу деятельности с некоторыми другими дисциплинами, ну и все. Ну, опять же, если логика занимается мышлением, ну, опять же, приведем аргумент из прошлой статьи. По логике Васила сейчас, слово логика в неправильном значении употреблено, конечно, мы должны тогда сказать, что поскольку логика еще в психике происходит, то логика, ее вообще нет, ее должна изучать психология. Правильное мышление должна изучать психология, например, знаете, или что-то вроде того. Потому что все логические операции происходят у нас в психике. Ну, Васил здесь просто не рассматривает вот эти вот круги Эйлера, или как они там называются, когда, в общем-то, сферы деятельности пересекаются друг с другом или не пересекаются, мы смотрим, насколько они пересекаются. Здесь я бы не сказал, что, в общем-то, теория языка к чему-то у китайцев ведет. Вот все. Поэтому я говорю, что у них логики нет. Ну, у Модзы, может быть, и были. Надо посмотреть Модзы снова поздних маэстров. Почему это не логика? Именах и названиях речи. Формально говоря, они пытались создать определенную схему из универсалей. То есть... Отрицание возможности практического применения науки или логики не являются ли догмой, а кто отрицает их практическое применение? Просто я развожу практику и науку, и практику и логику. Это разные вещи. Это просто разные вещи, ну, для описания каких-то практических вещей вам подойдет, может быть, логика или математика, но это не есть сама практика в чистом виде. Это не то, как все в мире происходит. То же самое с наукой. Наука – это объяснение того, что происходит в мире. Практика – это то, что мы делаем в мире. Это просто тупо разные вещи, чисто методологически. То есть у нас есть белая лошадь, есть лошадь. Лошадь – общий термин. Белая лошадь – это уже более конкретная лошадь. А есть вообще непосредственно какая-то лошадь там еще ниже. То есть они пытались разбираться в том, как устроены имена и как строится высказывание. В некотором роде это как бы родственно с логикой, но все еще не есть логика. Да, это все еще не есть логика. Я объяснил, по какой причине. Это непосредственно... Так вот, это непосредственно просто вот, ну, общая такая вот сфера для нескольких дисциплин. Васил сейчас почему-то просто взял и отнес ее только к логике, эту сферу. Притом проблема заключается в том, что у китайцев не появилось, ну вот именно вот у Минзя не появились другие вот элементы вот этой самой системы логики, чтобы мы смогли ее там назвать, не знаю. Васил просто, смотрите, он отрезал ногу от человека и показал на эту ногу и сказал, а вот это человек. Он взял как бы... Из общего термина выделил частный, сказал, а вот это логика, а вот это логика, понимаете? Все. Не, Монти Пайтон не снял. Здесь отсутствует логика, то есть это смежный предмет для логики, но не логика все равно еще, ну вот такое. Нельзя, не есть логика. Продолжаем смотреть на этот вопрос, можем играть, посвящая ситуация с какой-то стороны. Но если не хотят называть философами, я считаю, нужно придумать другое слово, которое будет включать в себя и европейских философов, и мудрецов там из других каких-то вот. Далеких-далеких стран. Потому что и те, и другие имеют некоторые общие черты. Попытались доказывать свои позиции, аргументировать, приводили доводы, притчи какие-то, приводили тоже подтверждения. Напоминаю, кстати, что Платон приводил подтверждение своих позиций мифы, которые он, видимо, сам придумал. Ну да. Не, ну у меня на самом деле нет проблем с тем, чтобы назвать вот китайских софистов или китайских философов философами. Мне по большому счету, ну, наплевать. Ну, я просто знаю, что для современных дискуссий они, как правило, в большинстве случаев они нерелевантны. Хотя это не значит, что они их изучать как-то глупо или бесполезно, или не нужно. Просто их, как правило, меньше используют. Чем того же Платона и Аристотеля. Просто, согласен, ну, просто согласен. Так сложилось. Что не значит, что там у Конфуция или у
у того же Модзе или, там, я не знаю, Шанкарачарьи, что у них нету хороших аргументов. Ну, я, вернее, я не знаю, может быть, действительно нет, но... но я просто не изучал их настолько, настолько подробно. Так, ребят, давайте-ка что-нибудь сделаем. Так. Не, ну слушайте, вполне нормальный обзор в рамках компетенции Васила. Ну, то есть поправки есть интересные, рассуждения. Мне, в принципе, понравилось. И были зацепки, с помощью которых я смог даже вот дополнить свою позицию. Я думаю, это пойдет в отдельный хайлайт. Ну, потому что клево, потому что очень клево. Ци Шихуанди унифицировал китайскую письменность и убивал всех, кто писал неправильно. Цинь Шихуанди — это китайская Татьяна Гартман. Хорошая шутка. Спасибо, хорошая шутка в чате. Загдаум он пишет. Нога человека не может относиться ни к чему, кроме человека, значит, человек. А какой у нее вид? Какой вид у ноги? А, какие клетки ее составляют? Какие гены там? Значит, нога — это человек.